Всем привет! Сегодня я хочу вам показать основу теста, которое может подойти для любых приготовлений ваших, будь то пирог, пицца, пирожки, выпечка со сладкой начинкой, все что угодно. Итак, для начала я подогреваю воду. Вода должна быть теплая. 400 мл теплой воды. Добавляю 1 чайную ложку соли, 4 чайных ложки сахара или 2 столовые ложки сахара. Все хорошо размешиваю. Сюда добавляю примерно 80 грамм растопленного сливочного масла. Вбиваю 2 яйца. Все хорошо размешиваю. Всыпаю сюда 2 чайные ложки сухих дрожжей. Постепенно всыпаю 500 грамм просеянной муки и размешиваю. Беру вторую чашку, наливаю сюда примерно 50 грамм подсолнечного масла. Хорошо распределяю масло по бокам миски и перелаживаю сюда свое тесто. Теперь в этой чашке немного вымешиваю тесто. Тогда оно не липнет к рукам, поскольку изначально я его делаю не густым. На минимум ставлю духовку, минуты 2-3 ее прогреваю и отправляю в нее тесто, чтобы тесто быстрее подошло. Так, духовка прогрелась, я выключаю ее и ставлю тесто минут на 40. Все, смотрите, духовка должна быть выключена. Итак, пора посмотреть, какое получилось тесто. Вуаля! Вот так подошло мое тесто. И теперь с этого теста вы можете делать абсолютно любую выпечку, которую вы любите. Например, сегодня дети попросили меня сделать домашнюю пиццу. Я с удовольствием с этого теста сделаю им пиццу.